это как будто сердце. Где? Апам чекунды мен жақшы көріп амақ берип ұрышпай жақшы көріп мен өбіт. Мені әртеменен тұрғызып садеке алпарат. Бақыт апам. Жақшы көрем апам. Қандып жақ... Апа деген бізге жақшы адам. Апамды жақсы көрем мен. Наша мама добрая. Дай балаған апа. Мама. Багуля. Мама это добрая, которая заботится о своих детях и любит нас, готовит для нас. Мен апам жақсы. Мен апам мені. Ты какой послушный мне говорит. Апа, у меня не чашку летит. Она говорит меня милашкой и гладит меня по головке. Нет, мама меня любит. Милые наши мамы, наши бабушки родные, 8 марта поздравляем, улыбайтесь, дорогие. Вот пришло 8 марта, распирает счастье грудь. В этот праздник что-нибудь подарить не надо маме. Я мойсь ей в подарок, и в подарок причешусь. Влезу пару лучших тапок и духами надушусь. Мама, мамочка моя, с днем 8 марта. На окошке нас вела для тебя фиалка. Я очень старалась, поливал. Был один листочек, а сегодня, дорогая, весь вид как горшочек. Пусть сегодня светятся всем, все глаза от радости, все цветы для вас сегодня дружно соберем. Мама, с праздником, я вас очень люблю. И с праздником поздравляю. Я, мама, не здоровым быть хочу, что не боишь. Я люблю.
Урматуу биздин апалар, сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз сиздерди сүйөбүз жана урматайбыз. Зор эмгегиңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу асыл энелер, сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге кааларым чын ден соолук, бакыт талай, узун өмүр. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер бар, биз барбыз. Дорогие наши мамы, поздравляю вас с наступающим с 8 марта. В этот день я бы хотела вам пожелать, во-первых, здоровья, во-вторых, счастья, которое не имеет конца. И хотелось бы мне сказать то, что я очень сильно люблю свою маму. Вы наши благоухающие цветы. Урматтуу биздин апаларыбыз жана эжелерибиз, биз сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздер биздин жашообуздагы эң кымбат инсансыздар жана биз сиздер жашайбыз. Урматтуу биздин сүйүктүү апалар, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, эч качан оорубаңыздар жана дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды баары каалайбыз. Дорогие наши мамы, вы заслуживаете огромной благодарности. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы делаете чудесные вещи не для себя, а для нас. Спасибо вам большое, мы вас очень сильно любим. Апамдын ар бир сөзү кубатмага, сезимде чырак болуп турат жана андыктан өзүм үчүн коркунучсуз кыйындык тодойдашын уратса да. Беш эне таманалда дегендей эле, биздин 500 болгон апаларыбызды ар дайым барктап сыйлап алабыз.